Почему добрый вечер? Конференция матча ЦСКА «Салават Юлаев», Анатолий Мирин, департамент, готов ответить хороший вопрос. С иностранных гостей, как мы сегодня комментировать встречу. ЦСКА с победой два периода выполняли. Играло задание в третьем периоде. Решили поиграть другой хоккей. Третий гол ключевой, потому что в этой игре третий гол. Да, очень такая напряженная была игра. Но то, что прошло с трактором, я имею в виду игру в меньшинстве, то не прошло с Уфой. Нас наказали за, опять же, хочу сказать, за дешевые, такие очень дешевые удаления. Здесь не прошло, и получили гол в конце второго периода. Ребята молодцы, собрались и сыграли довольно-таки неплохо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопрос, одну секунду, пожалуйста. Можно там на Камчатке потише немножко, ладно? Пресс-конференция идет. Да, вот, Дмитрий Вячеславович, вопрос такой. Вот удаление, как вам сказали, дешевое, Кугрышева, привело, так сказать, ну, к его досрочному завершению матча, да? Так вам там, понимаете, за это? Ну, там и у Киселевича, но не отличается ничем, да? Нет, у Киселевича в динамике все это было. Все равно такое. Димка сегодня выпадал из того звена, как бы здесь не чисто уже, я думаю, уже чуть-чуть пораньше это сделать. Решили доиграть период и там немножко перестать. Вопрос к Анатолию Мелину. Что происходит с командой? Только одна победа над Югрой, хотя перед сезоном все говорят, что Салават Юлаев лучше всех усилился и фаворит Востока. Может, давит нас это или объективная причина всего? Ну, поражение, конечно, никого радости не приносит, да, не давит. В общем, мы в этой ситуации, хотя она очень сложная. Тоже вопрос о Анатолию Мелину. Как я понимал, обмен Гончарова имел в том числе целью улучшить ситуацию в большинстве. И даже сегодня оба клуба в большинстве были забиты, когда на льду были Казамахов и Левеста. Потом Максим подарил любимого выхода в Белоруссии. Он способен помочь нынешнему Салавату? Ну, свой Мелин, конечно, способен, но это вряд ли по большинству времени. Еще? Есть вопрос еще. Дмитрий Вячеславович, почему вот вы начали очень активно, там несколько смен, а потом такой полуоткат у вас пошел? Это, чем связано? Сил не было, эмоций не было? Или... Ну, во-первых, если вы посмотрите, команда играла, соперник очень динамично, но мы были немножко так, ну, не то что удивлены, наверное, немножко не готовы, не собрали. Там и в первом периоде они очень здорово катались, играли, поддавливали нас, но немножко здесь... пришлось какое-то время перестроиться. Спасибо. Все, спасибо всем большое. Спасибо.